Президентские выборы в Казахстане, намеченные на апрель этого года, позволят продолжить многие программы, реализуемые в стране в долгосрочной перспективе. Так считает вице-президент Федеральной экономической палаты Австрии Рихард Шенц. По его словам, австрийские бизнесмены уже имеют проекты в различных сферах. Им хотелось бы начать новые в индустриальном секторе, транспортной логистике и энергетике, поскольку для Австрии Казахстан стабильный партнер в Центральной Азии. Я думаю, что у таких выборов есть преимущество, потому что проекты и процессы, которые уже начаты, смогут быть продолжены. Например, такие как модернизация развития промышленности. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Центральной Азией, и Казахстан является нашим стабильным партнером. И я очень надеюсь, что это так и останется.